Ленинградском мемориале открылся новый выставочный проект, посвященный вождю мирового пролетариата. Свыше 200 экспонатов первой части выставочного проекта «Ленин от первого лица», среди которых много подлинных предметов, помогут отсечь выдумки и подтвердить слухи о вожде мирового пролетариата. Мы понимаем, что есть две линии, четко выраженные. Они идеологически очень противоречивые. И задача музея, прежде всего, это история. История, в которой рассказывается правда. И вот маятник, который качается то в одну, то в другую сторону, задача его – точку соприкосновения сделать. И это, конечно, необходимо делать в главном музее, поскольку и музей 50 лет назад, он был посвящен личности Ленина. И личность Ленина остается главной фигурой нашего города, нашего музея, музея-мемориала. На выставке вы узнаете многое о взаимоотношениях Владимира Ильича с женщинами, его друзьях, увлечениях и о том, чем он болел в последние годы и как боролся с болезнью. Почему наш проект называется «Ленин от первого лица»? Мы постарались предоставить слово самому Владимиру Ильичу. Кроме экспонатов, представленных на выставке, здесь выставку сопровождают высказывания Ленина, цитаты из писем, его собственные слова, сказанные во время речей, касающиеся непосредственно его личной жизни. Ну, как, например, о его воспоминаниях о том, как он занимался адвокатской деятельностью в Сибири, в Шушенском. Выставка о личной жизни Владимира Ильича будет представлена в Ленинском до 15 января 2020 года, после чего сменится второй частью проекта «Сложность внутренней жизни». Ирина Антонова, Александр Кудряшов, Новости Улправды ТВ.